Как известно, после того, как Тимати отметил Новый год в компании коллег, он отправился в Дубай, где его уже ожидала Анастасия Решетова сын. Правда, на все это можно было бы посмотреть с другой стороны. В Дубае собралась вся музыкальная туса, и Тимати просто совместил приятное с полезным. Приехал поработать, а заодно увиделся с сыном. Правда, истинные причины раскрыла сама Решетова, которая опубликовала у себя в сторис подарок разведенной женщине. Огромный букет роз. Сомнений в том, что преподнес его именно Тимати, нет никаких. Так что с каждым днем уверенность в том, что нашел холостяк, главную розу получила, внезапно появившаяся Решетова, растет и растет. Ничего себе вообще. Только разведенным девушкам такие дарят, да, красиво? Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.